Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Ну что, Лига Мастеров 3 звезды. Забираем наши награды. Так, Рокстеди сегодня у нас прокачивается по фулке, наверное. Если у нас все хватит всего. Давай посмотрим. Так, развить. 10 тысяч мутагена, 10 тысяч мутагена, понял, да? Не получится мне его развить без мутагена. Так что мутаген надо будет сегодня. Ну, вначале мы сразу же побежим на турнирную арену. Надо буститься, ребята. Такс, поехали, раз, два, три. Вперед, как говорится, из песни. Сегодня, ну, попытаюсь дойти до Лиги Мастеров. Нет, до Лиги Мастеров это, конечно, я борзо сказал. Но хотя бы до Лиги Сёгунов 3 звезды. Проблема в том, что завтра и послезавтра я работаю. И опять минус 2 дня. А понедельник это не показуха, как говорится, да? У нас показатели начинаются где-то со вторника, среды уже. Поэтому сегодняшний... Мы бустанемся, ребята, обязательно. Но нас скинут. Нас скинут опять же потом в пропасть, с которой нам опять придется выбираться. И это опять нужно время. Слишком много опять у нас, да? Так, минус Лео. Понятно. Ну, тут все легко пока. Блин, знаете, что самое обидное? Я решил, ребята, постирать бейсболки свои. Да? Забросил в стиральную машинку, все, там тыры-пыры тролливали. Достаю, а у них вот эти вот... как тебе сказать? Внутри, ну, типа вот такой вот жесткий, но он не пластик, а как ткань на... Как назвать-то, даже не знаю. В общем, короче, он деформировался. Он почему-то начал какой-то волнами идти, теперь... он так нелепо смотрится... И как это исправить, я без понятия. Как вот исправить вот эти вот неровности? Как их сделать, чтобы они были идеально ровными, как при покупке? Без понятия. А постирать, ребята, тоже нельзя было. То есть не стирать нельзя было, потому что... Ну, они замызганные были. Белая бейсболка, так вообще, ребята, у меня, не знаю, ну, может быть, от наушников. То, что этот... какие-то пятна, я не могу понять. Жирные причем пятна на бейсболке. Странно, конечно. В общем, в любом случае надо было мыть. Стирать их. Так, ну давай, наверное, возьмем вот эту. Раз, два, три, четыре. Поехали. Так, ну сегодня в Дракон Всадник его ходы мы сегодня будем заходить не стоит, потому что мы... События там прошли, ближайшее, которое было. И новое, я сомневаюсь, что появится сейчас. Так что сегодня, я не знаю, может быть, Хогвартс поиграем. А может быть, еще что-нибудь посмотрим. Ну, наверное, Хогвартс будет. Ну, опять же, на втором канале, ребят. То есть будет в каком понятии? Что я его только сниму сегодня, а выложить уже, наверное, получится только завтра или послезавтра. Да надо Outlanders еще допройти. Так, ну что, я, наверное, здесь сделаю дебаф для начала им. Так, теперь муху в расход. Супер крик. Давай, наверное, Лео. Ой, Лео, Майки. Ну, почему, ребят, Майки? Потому что он может этот... очистить их от дебафов всех. А я этого не хочу. Я этого не хочу, и, как видишь, все у нас нормально получается. Мы двигаемся дальше. Как быстро, ребята, выходные пролетают, а? Кто бы знал. Уже 4 часа, блин. Трэш какой-то. Еще немножко и... баньки. А баньки, все, просыпаешься, уже на работу идти. Да... А на работе дни длятся очень долго. Дома не пролетает быстро, а на работе медленно. Так, мне дадут какой-нибудь... А у нас нет массовой атаки. Давай, наверное, попробуем муху убить. Да ладно. Ну, муха-то, естественно, сразу хиляется. Немножечко испугалась наша муха. Цикатуха. Так, минус Рафик. Давай его. На-на. Нейтрализатор готов. Ну,
Так, элита 3 звезды. То есть сейчас уже будет Лига самураев. 13-15. А дадут ли мне... Ну так, 13-16. Да нет, держи карман шире, как говорится. Ничего тебе такого не дадут, не дадут. Раз, два, три, четыре, пять. Уже 5 бойцов у нас, так что... Да у нас 5 бойцов уже, по-моему, давно. Сейчас будем их тут расколбашивать. Давай сделаем массовую. Тут массовая атака слабая какая-то. Так, минус Крис. Ну и я думаю, что добьем космическим кораблем всех этих супостатов. Ну и, конечно же, переходим. Да, Лига самураев, 100-е место. 13-16 уже автоматически дают. Даже не надо было выпрашивать. Раз, два, три, четыре, пять. 56-й уровень против 34-х. Ну что, а ауешками начнем сразу же делать. Нате вам. Так, замечательно. Плюс бомбочку сразу туда бросим. Так, уничтожили. Давай, наверное, Бакстера. Замечательно. Но они пока для нас слабенькие, легенькие. Поэтому, естественно, мы здесь можем себе позволить их бомбить. 39-е место. 13-16. Во, 14-17. Замечательно. Раз, два, три, четыре. Ну, у них уже уровень 40. Я смотрю, 41-й, 40-й, 39-й. Ну, в принципе, если сравнить с нашим уровнем, ну, еще слишком слабенькие. Ну-ка. Айсику Наичи. Хорош. Айси Волна огненная. О, да. Добили. Что-то смотрю, солнышко. Солнышко встало, хотя небо какое-то хмурое. Солнышко встало, ребята. Так, самураи 2 звезды. 80-я позиция. 14-17. Ладно, возьмем 14-17, так что быть. Раз, два, три, четыре, пять. Тут у нас сколько? Одна. А, 2 ауешки? Нет, одна. Одна ауешка получается, да? Это у... Хотя 2. Даже 3. У Шредера ауешка есть. Плюс у нас есть у... А у Рокстеди гранаты есть или нету? По-моему, есть. По-моему, у этого Рокстеди есть гранаты. То есть 3 ауешки. Ауешки — это массовая атака. Угу. 23-е место и 14-18. Раз, два, три, четыре, пять. 41-й уровень против 60-х. Ну, им ловить здесь нечего. Вот здесь им как раз ловить и нечего. Поехали. Это слабо, конечно, было. Массовая атака есть у кого-нибудь? Есть. Давай, Рафик, жги. Угу, хиляет. Хиляет свою команду Шредер. Я, наверное, сейчас возьму провокацию на... А, в принципе, можно даже и здесь, да. Мы сделаем так. Плюс попробую бомбануть Дони. Не тут-то было. Не получилось у меня, конечно, уничтожить Донателло. На нем уклонение стоит. Так что давай, наверное, другого Донателло попробуем. Что за слабые атаки-то такие? Шредер со своими суперударами заколебал уже, а? Так, минус Донни. Давай-ка попробуй так кувалдой. Ну, половину хп отняли. Так, хильнемся. А этот броню еще поставил. Твою налево.
минус Шреддер. Так, Карайку будем брать. И добить, добить ее надо. Муха добила, молодец. Так, кулаком поэтому дай. Один удар кулаком, ребята, и все. И Донателло отдуплился. Так, самураи 3 звезды. 71-я позиция. Давай вот это возьмем. Раз, два, три, четыре. А у нас уже все, ребят, 70-ники пошли вовсю. Так что дело за малым. Начать и закончить. Сейчас они все пробьются, да? Да, конечно, все пробились. Не все, а только лишь некоторые, да и то, остались с большей частью ХП. Слушай, 24-я позиция, но мы еще даже с тобой не зашли в Лигу Сёгунов, кстати. 15-19, так, есть. А бойцов не так уж и много у нас осталось, я тебе скажу. Ну, давай паукус. Так, кто у нас там будет следующий-то на добивание? Крысы? Давай, крысиный король. Красавчик. Молодчага. Слушай, а может быть действительно он неплох, если его прокачать на сотку, а? Помнишь, раньше вы говорили? Ну, не вы, а кто-то вот, один из подписчиков, типа, рей, качни крысиного короля, он крутой. Я еще, да какой же он там крутой? Ну, может быть крутой. Я не могу сказать, потому что он не прокачан. Он на добивке они все хороши. Потому что там мало здоровья у противников. И массовая уешка, конечно, сносит всех. Я не спорю. Но мне-то надо, чтобы большинство уничтожалось. Ну, как можно больше. И сразу они оставлялось у них там ХП, чтобы потом их добивать. Для меня вот это показатель. Так, ну, Лига Сёгунов, 2 звездочки будет, это однозначно. А насчет 3 звезд, ну, еще под вопросом, так скажем. Под большим вопросом. Ну-кася, выкуся. Замечательно, и бросаем туда еще и бомбочку. Ну что, идеально. Так, сёгуны 2 звезды, ребят. 90-я позиция. То есть нам нужно будет сейчас отыграть 2 поединка. Пятнадцать-двадцать. Я просто смотрю, дадут ли они мне 16-21. Да нет, вряд ли. Не хотят, ладно. Не хотят, как хотят. Раз, два, три, 4, 5. Да, там еще как раз полноценный поединок будет. Маузеров, наверное, оставим в соло, на добивку. Потому что 100% у нас останется один боец, которого нужно будет использовать. Ну-ка, покажите мне результат нашего поединка. Так, с 91-го. Давай на 45-й хотя бы место. 51-е, блин, беда. Ну, я думал, что будет, вот. Я был, думал, что будет выше ранг, но нифига. Ничего подобного. Но зато Лига Сёгунов 3 звезды будет, да, правда. Там, не знаю, 20-й ранг, может быть, от силы, но он будет. То есть завтра, если заходить в игру, то будешь находиться где-то в лиге самураев 3 звезды. Так, и последний, заключительный у нас поединок. Раз, два, три, 4, 5. Тут не имеет значения, ребят, кого ты будешь брать. А вот насчет 10 тысяч мутагена, я не знаю, насобирали ли мы. Ой, зачем? Чё ты делаешь, а? Что ты делаешь, блин?
У них, кстати, похож действительно вот этот у маузеров и у Кренга. Оба бьют лучами. Смертоносные лучи. Ну, какая позиция? Ну, я тебе говорю, где-то будет вот, не 20 ранг, а 20 ступенек от максималки. Все, ребята, мы прошли с вами арену. 10 тысяч мутагена, я уже вижу, у нас есть. Даже 17 тысяч мутагена, поэтому... Да! Шикарно, ребята. Посмешище. Рокстеди пытается жонглировать взрывающимися яйцами. Разрушитель. Вероятность 10% снять позитивные эффекты с указанного врага. Вероятность 10% уменьшить скорость на 50% в течение 2 ходов. Вот такой вот он у нас. Прикольно. Так, теперь что? Теперь давай сделаем ежедневки. Пройти серию испытаний. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот. Ну чё, Ваня? Упадёшь? Нет. Ванька слишком крепок оказался. Они так замаскировались, да? Типа их не узнаешь. Этих пришельцев кренговских. Это не до терминатора, ё-моё. Давай ракетами. Так. Кстати, а вот это вот ракеты, что у Армагона, да, что у Кренга. Короче, Маузер и Кренг похожи, и Армагон с Кренгом тоже похожи, именно по атакам. Там лучи, а там ракеты. Такс, дальше у нас... Давай посмотрим, что у нас на испытаниях. О, борцы с... Вот, друзья мои, борцы с преступностью. Роквелл. Нам нужен Роквелл. Поехали. Опять же, шанс фармить, ну, маленький шанс. Чего уж там говорить. В прошлый раз, не в прошлой серии, а в прошлый раз, когда у нас была возможность фармить Кренга, ой, Кренга, Роквелла, он у меня ни разу, ребят, не выпал. За всю неделю, ну сколько там я, ну раза, наверное, 4 за неделю раз зашел, и он мне ни разу не выпал. И это последний персонаж, которого нам нужно прокачать. Все, остальные ребята будут прокачивать только на платиновый ранг и по скиллам. Больше нам никого искать не надо, поэтому жетоны нам уже будут не нужны. Нам не нужны будут жетоны, нам не нужны будут вот эти вот ежедневные испытания. У нас остается только лишь арена и пятничные ивенты, которые дают нам элементы на прокачку скиллов. Все. Большего нам не нужно ничего. Так, последняя, третья волна. А Роквелл, он будет, по-моему, предпоследним, да, у нас на фарме. То есть нам сыра придется нормально так потратить, чтобы до туда добраться. Ну и плюс ко всему, чтобы там, естественно, потом уже на следующей серии фармить. О, подожди-ка. Вот у нас, вот, вот. Первый Роквелл начинается, ребята, вот с этого, с третьего эпизода. Две ДНКшки. То, что нужно. Так, пока мы тут воюем, я кое-что гляну себя в планшетике. Не пришло ли там у меня... Заказики мои. Так, Озон, 4 уведомления, блин. Глянуть надо. Так, что-то не то, ребят. Подождите. Что-то они тут, по-моему... Что-то как-то обновился он, по-моему, Озон-то у нас. Или что это? Куда... А, не туда зашел? Так, нет, все, я туда зашел. Так, давай-ка дальше мы посмотрим.
А, все, ребят, мы прошли. И начинаем. Есть! Сразу же, блин, с лету, ребята. А у нас он еще где-нибудь появится? Вот здесь вот он еще есть, по-моему. Давай попробуем тогда до туда добраться. Попробуем до туда добраться, пока я тут высматриваю. Нет. Ничегошеньки пока нету. Ну, по-моему, обновилось как-то, ребят. Выглядит все немножко по-другому здесь. Девятнадцатого числа, да? 19 апреля. Ну, тут еще ждать и ждать и ждать. Так, это у нас босс Засыха. Уж извините меня за такие выражения. Если оно так и есть. Сейчас мы его порвем. Вот и все. Делов-то на копейку. Так, давай тогда. Сколько там еще нужно? Нужно пройти Пита. И уже после Пита будет Ропол. Ну давайте. Накумаривайте его. Здесь какой там 50 уровень, ребята, они разбираются на изи. Они разбираются на изи. Зато на Валберсе. Почему-то, блин, два шампуня заказывал один... Два шампуня, ребят, заказывал одновременно с одной этой конторы. Один уже пришел, второй еще в пути. Как это может быть? Я не понимаю. Один пришел, а другой в пути. Ладно, будем ждать еще пару дней, чтобы получить все наши товары. Играем в игру, а я тут, блин, по зонам да по Валберсам лазю. Ну, потому что здесь можно позвать, ребят, на автобой. Что мне здесь смотреть? Хотя можно было посмотреть что-то для меня полезное. Так, ну что, здесь мы прошли, и остается последний у нас поединок, там, где у нас фармится Рокул. Он мало того, что он появится у нас при победе. Две ДНК, да? Так еще можно будет фармить потом. Опять же, там две ДНК и там две ДНК. Всего получается за фул награды 4 ДНК. И опять же, никто тебе не даст гарантию, что именно все роквелы будут тебе доступны. Ну, то есть всех получишь и на том событии, и на этом. Нет. Еще раз повторяю, в прошлый раз, когда вот тоже было это же событие, он мне ни разу не выпал. Ну, за исключением, конечно, вот когда тут проходишь. У нас же там, по-моему, сколько? 70 ДНК, да? Нам нужно еще 30. То есть копить на него еще прилично. Но зато это последний персонаж. Так что потерпим. Ну и последняя заключительная волна. Давай. Так, сразу разобрали Лео. Гриб этот уничтожили. Минус Роквелл. Минус Слэш. Ну и остается тут только лишь кожеголовый. Ему тоже крышка. Ему, ребята, тоже крышка. Так, и что у вас? Да. Рокол, две ДНК. И поехали. А, ну вот тут еще, ребята, можно Рокола. Но я думаю, что не стоит. Так, жетоны. Доллары. Осколки. Макман. Черепашья буря, замечательно. Черепашью бурю я обожаю. Так, ну а теперь я пошел на поиски для нашего пиццелицева. Так, мы здесь... Ага, два геймпада мы не нашли ему.
Раз. Второй. Два геймпада есть. Так, дальше нам надо найти 10 ящиков с инструментом. Ну, это изи. По идее. Так, второй. Третий ящик. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый и последний. Десятый. Все, ребят, 10 ящиков с инструментами и прокачиваем до четвертой ступени. Прекрасно. Так, дальше нам нужно 6, всего лишь 6 знаков. Давай попробуем. Раз. Два. Три. Четыре. Ау, не хватит. 5. Мне не хватило буквально, ребят, один знак найти. 6. Чтобы прокачать до 5 ступени. А что, абсолютно одинаковые? Прикинь, абсолютно одинаковые. Надо здесь туда... А, здесь я не прокачаю. Ему уже нужен 70 уровень, да? 70 уровень. Только после этого он сможет прокачивать. Ясно. Так, поднять уровень персонажа. Нет, у нас тут осколки. Рокстеди. Ну, давай. 57 уровень. Ну и все, ребятушки, получается, да, у нас на сегодня. Да, на сегодня все. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.